Несмотря на непростую экономическую ситуацию, был ряд положительных тенденций. У нас увеличивается объем промышленного производства, у нас не падают объемы инвестиций, как строительства, так и на крупных предприятиях. У нас наблюдается положительная демографическая ситуация. Если говорить о ключевых событиях, которые нас с вами ждут, то 2016-2017 год это в общественно-политической жизни, это тот период, когда мы с вами будем выбирать власть различных уровней. Вообще предварительное такое сокращенное западное название «праймерис», да, эта форма предусматривает предварительное определение кандидатов, которые потом пойдут в качестве кандидатов и будут участвовать в выборном процессе от политической партии. Когда буду идти в законодательное собрание области, основной задачей своей я вижу прежде всего социальное развитие. Прежде всего социальное развитие Зашексинского района, прежде всего комфортная, доступная среда для всех тех людей, которые в нем проживают. Хочу рассказать о том, что я череповчанка, всю жизнь жила в Череповце. Здесь закончила школу с медалью, здесь же я закончила первый вуз, потом уже поступила на работу на завод, соответственно, там закончила уже второе образование. Вот весь мой жизненный путь так или иначе связан с заводом. Хотя, когда я училась, я, естественно, подрабатывала я в школе учителя. Мой опыт работы во власти в качестве мэра и в качестве депутата все-таки перевесил чашу весов, что я дал согласие баллотироваться. Если меня поддержат на предыдущем голосовании, я буду дальше бороться на выборах. На мой взгляд, главными проблемами района, города и района остаются проблемы, связанные и с экологией, и с уровнем развития малого и среднего бизнеса, и, безусловно, проблемы, связанные с транспортом. Просьба все-таки свои трудовые коллективы проинформировать. Мы не призываем, вот давайте пойдем вот за этого. Проинформировать о такой возможности. Высказать свою позицию.